друзья. И снова свет увидел очередной артпиксельный шедевр, и в очередной раз я спешу с вами поделиться впечатлениями от этой игрульки. На этот раз этим шедевром стала игра под названием Punch Club. Здесь нам придется вжиться в роль парнишки, который любит драться и мечтает стать самым крутым на свете. По сути, Punch Club представляет собой квест с элементами менеджера бойца. То есть в начале игры, когда нас начнут бить на улице, мы, конечно же, пытаемся жать на все кнопки клавиатуры и тыкать курсором мышки по двум синим квадратам в левом верхнем углу. Однако скоро станет понятно, что мы совершенно не управляем нашим бойцом. Все он делает самостоятельно, без нашей помощи. Так что нашей основной задачей на первых порах будет прохождение пути от работы, где главный герой зарабатывает деньги, и до магазина, где он их тратит на еду. Затем мы с вами будем идти домой, чтобы выспаться и поесть, и отправимся в спортзал. В спортзале наш герой будет прокачивать основные свои параметры. Это сила, от которой зависит сила удара, ловкость, от которой зависит точность удара и шанс уклонения, и выносливость. Это, кстати, один из самых серьезных параметров. От этой выносливости зависит то, как наш главный герой выдерживает удары от противников и энергия, которую он тратит на свои удары и защиту. И если у вас с противником равные шансы на победу, то победить сможет именно тот, кто имеет более прокачанную шкалу энергии. Без энергии ваш противник будет лишь беспомощно защищаться и постоянно падать. Разумеется, для боя мы с вами также должны открывать и новые удары, и способности, а главное — техники боя. После тренировок с тренером и боев нам дают монетки, и их мы как раз и будем с вами тратить на изучение новых ударов и способностей. И в итоге даже сможем проводить комбо-удары. Почти сразу мы получим возможность купить тренажеры домой, чтобы не тратить деньги в спортзале. А если захотим немного подшаманить и получить преимущество перед важным боем, нам предложат купить даже химические препараты. Они как раз на время и будут увеличивать силу, ловкость и выносливость. Разумеется, если бы вся эта игра состояла лишь из того, что мы качаемся и деремся, игра бы надоела уже через пару часов, но игра полностью переведена на русский язык, и мы имеем возможность поучаствовать в эдаких квестах, то есть принимать участие в жизни города. При этом в диалогах с другими персонажами мы можем выбирать варианты своих действий. И как раз вот этот выбор и определяет судьбу и характер героя, и в конце концов приведет нас или к победе, или наоборот, к жирному пузу и дням, проведенным перед телевизором. По мере прохождения игры мы с вами найдем множество друзей и пройдем длинный путь от схваток на улицах и подпольных рингах и до боев за звание чемпиона перед многотысячной аудиторией. Насчет саундтрека скажу сразу, что мелодии в стиле 8 бит мне особо не нравятся. Музыку через полчаса игры я отключил и включил свою музыку из ВКонтакта. Оставил только звуки. А вообще, когда ты видишь артпиксельный Punch Club на прилавке Стима по цене игры с приличной графикой, ты можешь сразу и не решиться на покупку. Однако игра втягивает в процесс, да еще и дает возможность выбивать карточки Стима. Лично я уже получил две такие карты и сразу же их выгодно продал. А если ты хочешь научиться грамотно торговать картами из Стима, то жми на ссылку, я расскажу как. На этом все. Не забудь поставить лайк к этому видео. Пока.